Строительство дороги – это не просто соединение пункта А и пункта Б. Это оптимизация транспортных потоков, тысячи новых рабочих мест и, в итоге, изменение качества жизни целого региона. Центральная кольцевая автодорога. Масштабный проект, реализация которого станет мощным импульсом для развития Москвы, Московской области и смежных регионов, а также позволит разом решить множество транспортных, социальных, экономических задач и включить Москву сразу в три международных транспортных коридора. Номер 2 – Лондон, Берлин, Нижний Новгород. Номер 9 – Хельсинки, Киев, Восточная Европа. Север-юг. Хельсинки, Москва, Нижний Новгород. Общая протяженность ЦКАД составит 525 километров. Государственная компания «Автодор» и ООО «Автодорожная строительная корпорация» подписали концессионное соглашение относительно финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе третьего пускового комплекса ЦКАД. Общая стоимость строительства составит 81,4 миллиарда рублей. Особенностью строительства являются сложные и уникальные искусственные сооружения. Четыре транспортные развязки, соединяющие ЦКАД-3 с Ленинградским шоссе, Московским Малым кольцом, Ярославским и Горьковским шоссе, а также мост через канал имени Москвы – самое масштабное сооружение в проекте. Его протяженность составит 1,5 километра на 23 опорах. Центральная часть моста будет состоять из 150-метровых металлоконструкций общим весом 10 тысяч тонн. Для строительства моста было произведено 1 миллион кубометров земляных работ. Песок, полученный при создании выемки, использовался для строительства других участков дороги в соответствии с принципами зеленых строительных технологий. Строительство ЦКАД-3 протяженностью более 105 километров ведет группа компаний «Автобан». На проекте задействовано сразу 6 подразделений компаний, многие из которых имеют более чем полувековой опыт дорожного строительства. «Автобан» является не только генподрядчиком, но и инвестором проекта в рамках государственно-частного партнерства. Строительство дороги категории 1А – это комплексный технологический процесс, который должен обеспечить износостойкость дорожного покрытия на весь срок гарантийного обслуживания. Компания «Автобан» справляется с этой задачей, ведь она является одним из лидеров освоения инноваций в дорожном строительстве, что позволяет строить дороги высшего класса. На всех этапах строительства производится поэтапный контроль строительной организации. Над проектом ЦКАД-3 работает несколько проектных институтов, которые входят в группу компаний «Автобан». Именно за счет того, что дорожно-строительная компания «Автобан» соединяет в себе проектные, строительные и контрольные мощности, эффективно выполняется главная задача – строительство высококачественных автомобильных дорог. Мы строим дороги в будущее.